Будем варить лодку Крым простыми электродами для инвектора. Вот, 35 штучек. Буду варить вот этим аппаратом, своим полуавтоматом. Сейчас этот рукав уберу, поставлю держак, массу. Но... И вот хозяин придумал вот так вот реданы приварить. Сюда вот. Вот так. Сбоку будет. Здесь и вот здесь. С двух сторон. Вот заготовки. В общем, вот такую штуку он придумал. Реданы как. Лучше выходило на редан там туда-сюда. Все вот эти моменты. Моя задача заварить. Вот этими электродами. Но. Ну и железячки там туда-сюда приварить надо будет. Но. А это он флягу раскатал. Алюминиевая фляга. Он ее разрезал. Вот горловина, вот задняя часть. И раскатал, и получился лист. С двух фляг два листа. И вот такие заготовки получились. Ну. Посмотрим, что из этого получится. Электродами этим я уже варил. Рельсы на Ямаху варил. Усиливал, обваривал. Варить можно, но они как спички улетают, эти электроды. Ну. Ладно, посмотрим, что получится. Вот так вот обварили. С наружной стороны полностью с цельным швом. И сейчас изнутри еще тут частично прихватки сделать, и хватит. Но. Вот так вот это выглядит снизу. Здесь мотор, сапог. Здесь будет туннель. Вот такие вот булиты, болиты, реданы. Вот продолжение. Электродами заварить не получилось. Для простого инвектора что-то не пошло. Потому что надо было нагревать. Металл там примерно, наверное, до 200 градусов, там туда-сюда. Начинаешь греть, а он это... Алюминий начинает вести, то есть есть нехорошо. Он был бы потолще, так можно было. Короче, припер свою эту сварку. Аргоном, короче, все это дело обварили. И все, и получилась вот такая вот красота. С наружной стороны полностью швы. Но здесь снаружи так при края прихватки. Хлоп-хлоп. Вот такие вот реданы, короче, получились. На Крымаке. Да. Сюда можно канистр ставить. Двадцатки или тридцатки пластиковые. Бензин, чтобы лодки места не занимало. Сюда канистру поставил. Здесь раз и поехал. Бензин перелил. Бачки обратно. Оно как поплывки. Короче, пока как-то так. Да, Лёха? Лёха говорит, да, мне пока так. На будущее может целиком закроется. Как бак будет целиком заварен. Вот так и вот так. Пока так, короче, он обкатает. Пустые баки под бензин. Да. И вот такую штуку еще сконструировали. Как она?
не заливной, отливной рецесс, или как он там называется. Из листового железа с полторашки. Вот такой вот сделали каркас, обварили все это дело. Ну и это, ну как усиление кормы, короче. Вот это будут лючки. Лючки открываться, закрываться. На тяжесть ему не страшно, у него мотор стоит здесь 60-ка, нахуй. Ну а ему это, вес значения не имеет. На. Вот как-то так. Эй, ветер, ветер. На. Короче, парни с Йокона вот такую штуку замастырили. Вот такие вот реданы, булиты. У нас будут называться болиты. Все, что? Вот моя ракета. Тачка моя, мопед. Все, как-то так. Обращайтесь, сделаем. А. Вот, реданы получились. Ага. Продолжение Крыма, ну, сантиметров на 25-30. Зима еще, лед не ушел.